Двое жыхароў Магілёўскай вобласці памерлі ад атручвання грыбамі з пачатку восеньскага сезона. Гэта жыхарка горада Чавусы і жыхар Бабруйска. Згодна папярэдняй інфармацыі, у абодвух выпадках смерць наступіла ад ужывання бледнай паганкі. Усяго за названы перыяд атручвання грыбамі рознай ступені цяжкасці атрымалі 13 жыхароў Магілёўскай вобласці. Бледная паганка – ядавіты грыб. Медыкі кажуць, што для чалавека смяротнай можа быць доза ўсяго ў 30 грамаў. Паганку часта блытаюць шампіньёнамі ці сыраежкамі. Жыцель города Бабруйска собирал разного рода грибы. То есть там были шампиньоны, лисички, подосиновики. Он их пробовал, сырые грибы. Ну, вероятно, среди этих грибов могла оказаться бледная поганка, после употребления которой данный человек заболел. Вот. Жительница города Чаусы употребляла неизвестные для нас грибы, то есть в ходе расследования не удалось установить, какой вид грибов был причиной заболевания. Ну и, вероятнее всего, также среди этих грибов оказалась бледная поганка. 14 человек, которые отрутились грибами, пятеро – это дети. Сярод их есть и двухгодовый, и трехгодовый, говорят медики. Один из этих детей употребил грибы, которые нашел во дворе, гуляя. Вот, благо родители своевременно обратились за медицинской помощью. Ну, ребенку она была оказана в полном объеме, ребенок выздоровел. А второй ребенок, родители собрали грибы, приготовили их, совместно употребили с ребенком. И ребенок также получил отравление. А трутными, кажут специалисты, при пэўных умовах могут быть нават ядомые грибы. Калі яны, например, старые, чарвивые, а так само те, что собирались побач с промысловыми объектами. У грибах, собранных уздовж дорог, кажут медики, вельми шмат свинцу и ртути. Причем у такой дозе, якая может быть небеспечной для здоровья. Наталья Ильинич, Виталь Алексеенко, Новин регион.